Вербочка желаний. Неравнодушные армавирцы воплощают в жизнь детские мечты. Сирень Победы. В городском парке появилась аллея памяти воинов-освободителей. Кубок губернатора. В борьбу за награду включились более 400 легкоатлетов. Смотрите программу «Новости Армавир» по будням в 19.00, повтор в 6 утра, 6.30 и 12 часов 30 минут, а также в любое время суток на сайте ravita.info.